Связаться с космосом и омолодить свое тело – все это может каждый. Именно так считали даосские монахи, которые давным-давно основали известную практику цигун. Эта система упражнений пережила тысячелетия истории, и теперь любой может проверить, работает ли этот комплекс китайской альтернативной медицины на деле. Во Владивостоке вот уже почти 3 месяца цигун практикуют на открытых занятиях, которые организовывают специалисты общественного движения «Долголетие» при поддержке главы Владивостока Виталия Веркиенко. Первое занятие я переживала, что никто не придет, но пришло аж 40 человек, несмотря на то, что было холодно. 2 апреля достаточно было так некомфортно, и это было счастье. И так, знаете, самое главное в жизни – это возвратная радость. Такого ощущения ни от чего больше не испытать. На таких тренировках действительно очень все по-доброму. Система специальных дыхательных и двигательных упражнений не напрягает участников, напротив, позволяет максимально расслабиться и отбросить все плохие мысли. Узнав о таких мероприятиях, китайская сторона решила присоединиться к русским ученикам. Азиаты, как завсегдатаи тренировок, отмечают, что цигун для них – это настоящая вакцина молодости. Приехала делегация из Китая, из города Цицикар. Это наш дружественный клуб, скажем так, у них тоже клуб пожилых людей города Цицикар есть. И вот там и такие активные пенсионеры. Приехало у нас 82 участника, и среди них 4 танцевальных коллектива. Во многих странах цигун входит в различные программы омоложения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. В той же Азии секции по этой практике работают на улицах или в парках. Для старшего поколения это уже как национальная традиция. Приморцы же не отстают. За 2 месяца во Владивостоке прошло уже свыше 50 занятий. Мы стали, то есть, совместно с организаторами расширять данный проект. И теперь уже занятия проходят на 3 площадках города. Это стадион 56-й школы, на котором мы сейчас находимся, это сквер ветеранов и аллея Дениса Давыдова на 2-й речке. Возможность заниматься гимнастикой цигун в городе есть у всех, независимо от возраста, дохода и образа жизни. Занятия проходят на бесплатной основе, и какая-либо регистрация здесь не нужна. К тому же помочь в работе со своей энергией ЦИ смогут профессиональные тренеры. Максим Яковлев, новости на 8.